Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на кей-поп. Сегодня отреагирую, наконец-то, сольный дебют замечательной девушки Им Наён из группы Twice. В группе Twice она у нас лидирующий вокалист, лидирующий танцор и лицо группы, насколько я понимаю. Она супер классная, красивая, обаятельная, у нее шикарный голос, у них там, собственно говоря, два самых сильных голоса, это Джихё и Наён. И вот именно Наён получила первый сольный дебют. Я почти уверен, что Джихё тоже получит в ближайшее время, по крайней мере, очень хочется в это верить. Ну и остальные девчонки, кто захочет и у кого будут способности, те тоже это получат. В общем, я не сомневаюсь в том, что Наён может выйти на соло абсолютно без проблем. И это, кстати, лишний намек на то, что вряд ли группа Twice распадется в ближайшее время. Скорее всего, она будет продолжать, просто у них будут развиваться еще и сольные карьеры. Вот, так что, видите, JYP все-таки иногда хочет в соло, то есть, может быть, даже умеет. Посмотрим, опять же, что получится из этой песни, что получится из продвижения Наён, в принципе, в Корее и не только в Корее. Вот, Наён 26 лет, она, ну, по меркам девушки просто очень молодая, по меркам айдол уже заслуженная вполне себе, наверное. Вот, и Наён, в принципе, в шоу-бизнесе достаточно с молодых ногтей, ну, почти, она в каком-то детском возрасте совершенно выиграла какой-то модельный конкурс в JYP, ее закастили, но мама была против, но там лет 10 спустя, по-моему, в 2010 уже, она тайком от мамы, так понимаю, пробралась на кастинг в JYP опять, JYP ее выбрали в качестве, JYP Entertainment, простите, группа, компания ее выбрала в качестве трейни, она несколько лет, опять же, занимала JYP Entertainment. Потом ее добавили в группу, как она называется, Six Mix, которая должна была дебютировать, женская группа под брендом JYP Entertainment. Но группа так и не дебютировала. Вместо этого у нас появилось шоу Sixteen. И шоу Sixteen, как вы знаете, по его итогам была сформирована Twice. Наён была первой, по-моему, участницей, которую официально объявили, что она войдет в Twice. И, в принципе, заслуженно, повторюсь, она безумно талантливая девушка. По-моему, у Пак Чин Ёна к ней не было никаких особых вопросов по ходу дела. По-моему, одна из немногих. Ко всем у него были вопросы. Но я не помню, честно говоря, это было давно, это было очень классно и интересно, но таких мелочей я не сильно помню. В общем, она, судя по лайвам, судя по, не знаю, там, клипам, по живым выступлениям и так далее, она какая-то всегда очень жизнерадостная, обаятельная, очень красивая и сексуальная. Опять же, я как-то со временем, причем научился ценить еще больше ее красоту и притягательность. Она изначально мне казалась очень миленькая, а сейчас прям вау, это огонь. Поэтому я очень рад, что именно у нее сольный дебют. Вот, ну и что еще сказать? Наверное, все. Более-менее основные вещи я про Наён рассказал. Альбом, мини-альбом у нее называется «Им Наён», без апострофа, просто «Им Наён». Но это похоже как на «Айм Наён», да, очевидно, «Я Наён». И, в общем-то, музыку писали люди, которые не так много с Twice сотрудничали. Они преимущественно, на самом деле, большинство из них работали с мужскими группами. Что из этого получится, я понятия не имею. С тизера я специально не смотрел. Старался себя, опять же, подойти с чистой головой, скажем так. Ладно, поэтому перед началом реакции попрошу вас поставить лайк и поблагодарю людей, которые меня поддерживают на Boosty, в особенности Шуру, Алексея и Диану. Давайте же, Наён, пожалуйста, не подведи. Я знаю, что ты никогда не подведешь. Подвести могут композиторы, клипмейкеры или кто-то еще, или монтажеры, или звуковые специалисты. Ты, я уверен, не подведешь. По тизерам это видно. Ну, в смысле, по визуальным тизерам их-то я видел. Все, давайте, хватит болтать. Я очень воодушевлен. 3, 2, 1, поехали. Нет, стоп. 3, 2, 1, поехали. Угу. Пока что довольно бодрое. А, песня называется «Поп». Интересные эффекты. Это уже интересная часть. Ага, понятно. Этот момент с поп-поп. Он залипательный. А это еще более залипательный. Вот этот кусок я где-то видел. Именно визуально. Это очень круто выглядит. Именно с точки зрения хореа и вообще.
Ей, в принципе, такая одежда с короткими шортиками чудовищно идет. На фоне кто-то. Эй, эй, эй. О, она бросила часть одежды на им, и получилось I am все-таки. Этого побольше бы. Это You Gotta Pop, таким ее голосом, который она умеет. Ну, смотрите, песня на самом деле нормальная. Я ничего такого яростно особенного не нашел. Я не могу сказать, что этого, что я чего-то и ожидал, потому что, ну, не так часто, особенно сольные дебюты, они редко когда бывают прям какими-то супер запоминающимися. Мне, например, у Дженни не сильно понравился сольный дебют. Я говорю про Blackpink, да, говорю про девушек из каких-то известных групп. Мне не сильно зашел этот самый, господи, дебют Суми. Она не известной группы, но она и Sixteen из той же. И т.д. и т.п. В общем, они обычно жизнерадостные или еще какие-то такого рода. Но не сильно запоминающиеся как-то, по-моему, групп почему-то получается лучше. Разумеется, есть исключения. Это лично мой опыт. Вот. Но, тем не менее, песня бодрая, клип шикарный, клип очень красивый по части переходов и цветокора и так далее. Здесь нет никаких приглушенных тонов, которые иногда классные, иногда дурацкие просто достают. Уж здесь все яркое, сочное, просто лезет из экрана. Наён чудовищно красивая, очаровательная, местами просто дик-сексуальная. И вот эти моменты типа «пап-пап-пап-пап», вот это хорошо, это на самом деле запоминается, это хочется напевать уже буквально со второго куплета. Припева. Когда их перестану путать? Когда-нибудь я их перестану путать. Вот, давайте еще раз клип посмотрим. Обратите внимание, наверное, на клип, на песню. Ну, еще один, наверное, моя претензия, это то, что Наён в этом дебюте не дали особо раскрыться как мощная вокалистка. Она хорошо, красиво поет, у нее красивый голос, но здесь, мне кажется, подошел бы больше трек, в котором было меньше фоновых звуков, меньше инструментала, больше именно вокала. Это не обязательно должна быть баллада. Боже, пожалуйста, слава богу, что это не баллада. Спасибо большое, JYP. Спасибо, спасибо, спасибо. Но что-нибудь такое, опять же, повторюсь, я не понимаю, почему я постоянно сравниваю с ними. Ну, в стиле, например, Ive, потому что там хорошо вокал выделен. Или, например, в стиле Карты, вот последнего камбэка. Там, где, опять же, хороший инструментал, но вокал там слышно сильнее. Там Асумин вокал просто прекрасно слышно. Понимаешь, какой он шикарный. Или, опять же, Purple Kiss, вот, где и музыка запоминается. И она даже экспериментальная, и даже может такая прям бить по ушам, в хорошем смысле для меня. Но при этом и вокал ты чувствуешь. Здесь такого нет. Это, возможно, вопрос к микшингу, возможно, вопрос к настрою песни. Он такой очень-очень жизнерадостный, веселенький, поэтому фирменного вокала Наён я особо не слышу. Но, может быть, я второй раз расслышу. Давайте еще раз посмотрим. Ну, опять же, она очень заводная, это правда. Где-то, видите, такой используется то ли реверб, то ли еще что-то. Или дилей. Ну, короче, для эффекта хора, легкого. Там, опять же, на фоне играет электрогитара слегонца. Вот это красивый момент, когда она бросает книгу в экран, она превращается. Оп. Она раскрывается, та надпись «Им Наён» появляется. Слушайте, они вообще, это прикольно на самом деле. Они «Им Наён» постоянно «Айм» делают. Обратите внимание. Сейчас. Вот, видите, даже здесь... хорошо, это с натяжкой. Мне показалось, что там сердечко между «I» и «M» влезло.
ей идет абсолютно каждый наряд в этой песне. Опять переход шикарный. Оп. Господи, смотрите, закрылись, ну, не знаю, как шторы какие-то, да, в театре, как называется. Забыл. У меня слово улетело с головы, такое бывает. Залюбовался на Йон, и с головы все повлетало. И оп, оказывается, что это ее голос, и идет переход в другой кадр. Это просто очень красиво. Ну, то есть, а тут какой-то легкий майнфак. Тут у нас кулак, палец. Это вообще мне уже немножко напоминает даже ранние клипы Хионы, например, там Bubble Pop или типа того, что-то в этом роде. Забавно. Это круто. Не вообще. Ой, вот этот момент. Я не знаю, почему он какой-то просто от него оторваться невозможно. Ох. Блин, клипмейкеры шикарные просто. А смотрите, они там тоже все улыбаются. Я буду постоянно повторять. Смотрите, они все улыбятся, они такие довольные. Все, потанцовка такая вся восторженная тоже, улыбчивая. О, красота, она показывает камеру и переходит, о, господи, переходит такую как бы клетчатую ромбовидную, ромбовидный фон, и потом один из этих ромбов оказывается шляпой на Йон. Очень креативный клип, я такой очень люблю. Просто куча сетов. Окей, здесь побольше ее вокала, на самом деле, здесь тот самый вокал на нем, который я люблю, в частности, помимо всего остального. Но здесь, опять же, на фоне играет электрогитара, и поэтому не так хорошо слышно. И, может быть, и поработка немножко другая. В общем... Вот. О, тоже красота. Блин, какую они красоту, конечно, с клипом делают. Просто можно по кадру все разбирать очень надолго. Держать реакцию на 2 часа. Здесь в качестве подготовки гитарка неплохо встает. Вот, такого больше. Она еще здесь указала опять на АМ. Сделала опять апостроф. Ну, в общем, мне даже со второго раза чуть побольше понравилось. Повторюсь, песня очень заводная. Клип шикарный. Клип я еще обязательно буду пересматривать. Наверное, просто бесподобная. И, ну, опять же, справился с задачей очень хорошо. Я бы, конечно, пожелал, чтобы мелодия была еще поинтереснее. Может быть, подраматичнее. Не обязательно грустная, да. Наоборот, веселая. Но что-нибудь такое, прям, чтобы за душу цепляло. А, получилось нормально. Получилось местами даже неплохо. По части production value, по части всего остального, замечательно. А, вот. По поводу мелодии, не знаю, насколько мне хватит ее слушать. Вряд ли прям надолго. Мне так кажется пока что. Но, опять же, всякое бывало. Мне на то, что-то не сильно нравилось. А потом нравилось. Такое тоже случается. Напишите, что вы думаете про сольный дебют на Йон. Как вы к этому относитесь? Как вы думаете, кто следующий дебютирует из Twice? А? Повторюсь, мне кажется, что должна Джихён, но я ничего не исключаю, может быть, кто-то еще. Я очень хочу, чтобы, конечно, дебютировал Сан или Дахён. Не очень в это верю, но вдруг. Ладно, товарищ, все, спасибо большое. Поставьте лайк, подпишитесь на меня, чтобы у нас там было наконец-то 25 тысяч подписчиков, а то пока еще все никак. Потому что где 25, там 50, очевидно. Вот, и поддержите меня
мой канал на Boosty. Мне это будет очень приятно, очень полезно и вообще всячески вдохновлять. Вот, все, всем спасибо, всем пока, благодарю людей, которые меня уже поддерживают на Boosty.